стоит, и мы еще большие будем делать эксперименты. Класс, давай распаковывать. Да. Это я так порчу пленку. Так можно портить ее. И тогда дырка появляется в ней. Раздирайте эту дырку и вот так открываете. Оператор мало. Выберите, пожалуйста, рюмку, которую я открыла. Пожалуйста, Сонечка, пожалуйста. Спасибо. Вот, собираем. Все собрала. Ого! Ого, тут аж слишком. Ого, это все серьезно. Да. Тут даже очки есть. Класс. А ну-ка, примерьте, чтобы делать настоящие эксперименты, да? Кисточка есть. Такая, ага, мерная, да? Так, что еще одна? Так, стаканчики разные, видите, маленькие, пластиковые, свечечка. Да, а я уже подняла первую. Так. Вот, держи там. Что-то, какие-то порошочки. Ложечка. И... Мам. Леечка. Натрий. Хлорид. Мам, так. Помогите. О, еще что-то. Помогите. Давай я помогу. Сейчас огонь на этом будем делать красным. Давай. Будто бы было. Все, и вот так. Зеленый! Я первый раз зеленый огонь делаю. Красиво? Ау. Класс! Получилось! Да, разные цвета. Прикольно? Угу. Скажи, красиво. Цветы уже на палочке. Теперь у нас будет огонь. Ведьмы. Ведьмы. Пускай. Давай, пускай. Давай еще раз. Класс, и я. Скажи, иду, магия. Раз, два, три. Ой, не набрала. Бу. Класс. Бу. Резко. Надо резко. Можно я? Как тебе, понравилось? Надо еще этого порошка набрать. Там уже все. Класс, да? Хватит, Соня. Ого. Давай мы наливаем воду, но зачем нам дольчатки? Нет, Соня, мы теперь с помощью лейки в шарик насыпаем 2 чайные ложки соды. Насыпай в шарик соду. О. Выбирай шарик, какой тебе цвет нравится. Червоный, твой любимый колер. Мы туда насыпаем. И черный. Мы туда насыпаем 2 чайные ложки соды. Обережно.
Це одна ложка чи дві? Одну. Тут написано. Дві чайні ложки соди. Ти скільки поклала? Одну. А скільки треба? Так, дві чайні ложки соди у пластикову пляшку за допомогою ліки налий 50 мл оциту. Чого? Оциту. Ось у нас оцет. Ось він. В бутылке у нас, ребята, находится уксус, а вот в шарике сода. Сода. И? Потряси, потряси, чтобы там ничего не было. Вау, шарик сам надувает. Мы берем у фермы железо и выкупаем. Если не выходит, то возьму палочку и выкупаю. Калий и родонион засыпаем сюда. И это будет спирт. У нас вот уже есть йод. А это спирт будет. Прямо высыпаем натрий флуорид. И это у нас будет живая вода. Отримай ложечку полностью. Намачиваем ватку спиртом. Но на самом деле мы мою маму не порежем. Это будет виск, как будто это кровь. Это обманывает. Так, теперь берем скальпель. Это на самом деле не кровь. Это не кровь, ребята. Видишь, это... все, мы порезали маму. Нет. А теперь протри ватой. И сделай вид, что ты меня спасла. Все. Та-дам! Магия. Да. Начинаем делать Соне операцию. Мне Саш. Давай. Я рисовать не хочу. Пум-пум-пум. Повытирали. Все. Нема раны. Ура! Ребята, кому понравился эксперимент, ставьте лайки. Ребята, последний эксперимент. Вы увидите настоящих змей. Это у нас сухой спирт, и мы на него ложим 3 таблетки глюконат кальция. Да, это змеи. Да, это змеи. Я хочу, чтобы змея упала. И потрогать ее. Пышка. А? Сейчас полностью тут упадет. Ого, как испепелило.
Смотрите, сколько кусков нам попадает. Мам, нужно второй листик. Вот сюда нужно. Понравился эксперимент, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И не забудьте, пожалуйста, написать, кому какой эксперимент больше всего понравился. Да, мне больше змея. Змея мне тоже очень красиво. Ну все, уже надо тушить пожар. Всем пока-пока.